Всем привет! Вы, наверное, меня сейчас не узнаете, потому что я сама себя не узнаю. Сегодняшнее мое утро начинается практически в Cycle Studio. Вроде бы это так называется, потому что сегодня у нас такая спортивная, необычная съемка с таким необычным макияжем. Похоже на индейца. Ну так себе похоже. Ребята, только что я закончила крутить себе наконец-таки кудряшки. Я уже переоделась в одежду, в которой я сегодня буду ходить на одном очень крутом мероприятии, куда я сейчас поеду. Это девичник Teens. А я участвовала в нем как номинантка премии «Лучший блогер года» в прошлом году. И я выиграла это. То есть у меня до сих пор где-то там стоит грамота за лучшего блогера года по версии девичника Teens. А в этом году я уже буду вручать эту победу в этой же номинации какому-то другому блогеру. Это будет очень крутое мероприятие. Сейчас я буду заканчивать с волосами, буду наконец-таки начинать красить. Потому что я пока сделала только тон и брови. И да, не обращайте внимания на мой голос. Тут все плохо, прям совсем плохо. Я не знаю, как я буду на сцене кому-то вручать награду, потому что вы слышите вообще мой голос. Хватит обниматься. А что у вас такие ботинки классные, луки классные? Такие вы в пиджачках. Нам сказали проходить принцесс. Мы такие, принцесс, мы такие, а, понятно, принцесс, хорошо. Ну и после этого мы быстренько заскочили домой, чтобы переодеться, и отправились на концерт к замечательным девочкам Open Kids. Не забудь передать сервис текста, Андрей из текста. Надеюсь, он запомнил, потому что если он не запомнил, то будет большая пауза. Open Kids! Open Kids! We'll be right back.
Короче, ребята, мы уже уходим с концерта. Это было очень-очень круто. Ребята, вам понравилось? Да! Нам очень понравилось. Мы прямо кайфанули, потанцевали, попрыгали, попели. Все было классно. А вам я хочу сказать огромное спасибо за просмотр. Я вас всех очень-очень сильно люблю. Кстати, подписывайтесь на канал. Что там, как обычно, все. Вот, да. Ну вот и все. Это было все. И всем пока-пока. Не туда повернула.